Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому. Друзья, братья и сестры, всех вас приветствую, благословляю во имя Иисуса Христа. Привет всем с города Тулы. Вот сзади меня видите надпись здесь. Я люблю Тулу. Вот. И это, ну, фактически центр города. Тула не такой уж и большой город, исторический центр здесь. Дальше там Кремль располагается, оружейные заводы. Река Упа и вот мост через реку Упу. Это как раз, собственно, вот Заречье начинается отсюда, с этой стороны. Вот так вот. Так что... Мы здесь сейчас прогуливаемся возле реки Упы. Также здесь вот такие пряники есть, такие вот. Пряник. Вряд вкусный. Медовница называется. Еще раз порубим. Попробуем. Но потом я сначала скажу фоткать, а потом попробую. Вот. И сейчас в Туле. Вот. И молюсь о поездке. Вот сегодня с пастором Дмитрием разговаривал. Вот. И поеду. Получается через неделю, да? Ну да. Получается через неделю. Не в эти выходные, а следующие выходные. Там пятница. Получается, сейчас скажу. Одним словом, семинар будет в пятницу. Вечером договорились в другом формате немного сделать все. Потому что начало семинара я сделал, в понедельник, вторник проводил. Вот. А теперь будет завершение семинара вот таким образом. Пятница вечер. Это 29-е, получается, 29 ноября, вечером, потом суббота, 30 ноября, вот, там весь день, ну, больше или меньше, и воскресенье 1 декабря уже, получается, я буду в Белгороде, да. Так что прошу тоже всех молиться о поездке. Вот. Ну и те, кто в Белгороде, добро пожаловать. Буду рад общаться с вами, пообщаться, познакомиться. Тем более, кстати, мне дали телефон баптистского пастора, епископа баптистских церквей, уже старца, уже пресвитера, да, пожилого человека. Вот, ему уже там по 90, говорят. Вот, хочу тоже познакомиться. Ну да, там баптист. Так что, то есть с разных церквей, я так понимаю, будут люди, и хочу как раз познакомиться в этот раз вот, тоже с разными верующими, разных церквей, разных конфессий, слава Богу. Даст Бог, и в строители побываю тоже. Вот. Ну, а там как Бог смотрит уже. Вот. Дима звонил с Липецка, тоже молюсь о липецких христианах. Слава Богу, что... Конечно, некоторые там верят всяким слухам, всяким сплетням, но есть и много нормальных, здравомыслящих христиан в Липецке. Надеюсь тоже послужить в Липецке тоже Словом Божьим, поэтому звоните, если кто, значит, вообще в Центральной Европейской России эти дни я, поэтому звоните, пишите, буду рад у вас послужить. Ну а сейчас вечерняя молитва, вот, благословляем, да, всех. Да, спасибо всем за молитвы, вот, за супругу мою тоже молились, спасибо, вот, потому что были похороны, вот, тестя моего, вот, и Александра Сергеевича проводили, да, вот сейчас молимся за тещу Татьяну Петровну, благословляю во имя Господне, во имя Иисуса Христа, вот, молюсь за Тулу, вот, о духовном пробуждении земли тульской, вот, слава Богу. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Шалом, мир всем вам. Вот, ну и пару зарисовок все-таки сделаю. Вот, посмотрите, здесь
здесь памятник тогдашнему олигарху, да, Демидову, Никита Демидов. Да, 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 проведу. Здесь вот эта улица Октябрьская туда идет. Ну, Московская застава. Вот выезд на Москву. Вот здесь тоже некоторые старые дома есть. А вот, а дальше, собственно, вот он, оружейный завод. Да, центр там. И там набережная, кстати, на набережной еще не было новой. Надо сходить туда. А это наши, да. Оружейный завод, ой, оружейный музей. Музей, музей. Музей оружия. Ну, мы люди мирные. Наше оружие — это слово Божье. Тула — это город контрастов таких, да. С одной стороны, город милитаризма, оружия, а с другой стороны, город пацифизма. Потому что здесь Лев Толстой и непротивление злу насилием. Вот. Это все как раз Тула. Благословляем Тулу во имя Иисуса Христа. Землю тульскую. Молитесь, друзья, о духовном пробуждении земли тульской. Слава Богу. С миром Божьим. Шалом, мир всем вам. Этот шаббат я проведу здесь, получается, да. Так что, даст Бог, тоже с трансляцией. С Богом.